Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова продолжаем с вами говорить о азбуке кабалы и хасидизма. И сегодня хотел бы начать раскрывать с вами тему, очень важную, очень нужную, которая называется кашрут. Кашрут – что же это такое и с чем его едят? Само слово «кашрут» имеет очень четкое значение. На слух мы привыкли воспринимать его как какую-то особую диетарную систему питания соблюдающих евреев. Но если мы возьмем просто это слово и попробуем его разобрать, что же означает «кашрут»? Оказывается, у слова «кашрут» в иврите есть очень интересные однокоренные слова. «Кошер», «кишарон», попробуем их перевести – кишарон – это талант. Человек, у которого есть какие-то особые способности, называется талантливым человеком. Это способность особая человека. Так что же такое кашрут? В оригинальном переводе с иврита этот корень обозначает пригодность. Конкретную пригодность к чему-то. То есть само название системы питания в иудаизме кашрут говорит о том, что это питание – пригодно. Пригодно оно для жизни человека, само собой разумеется, но существует еще масса видов питания, которые тоже пригодны для людей, но не являются кошерными. Они отнюдь не потому, что что-то вреднее, что-то полезнее. То же самое яблоко может быть кошерным, может быть не кошерным. То же самый стакан молока может быть кошерным и не кошерным. Вопрос тут не в самом продукте. А в чем же тогда вопрос? Что же определяет? Что кошерно, что не кошерно, что пригодно, а что непригодно. Если вы вспомните наши первые занятия, когда мы говорили о том, чем вообще мы занимаемся в этом мире, то станет намного яснее. Мы в этом мире исполнители воли Всевышнего. Мы в этом мире доводим этот мир до состояния, каким Всевышний его задумал. Мы в какой-то степени соучастники строительства этого мира. Всевышний дал нам на это определенные силы. Всевышний дал нам для этого определенные качества. В этом мире все направлено во имя строения этого мира, во имя доводки этого мира в правильное состояние. Как говорит наша Тора, Всевышний хочет квартиру в нижних мирах. То есть этот мир должен стать жилищем Всевышнего, достойным для него. Естественно, что мы в этом мире занимаемся очень важной задачей. Мы фактически подготавливаем его для жилища Всевышнего. В этот мир, при строительстве этого мира, при творении этого мира, потом, впоследствии, при грехе первого человека, упали искорки святости. Упали определенные частички божественной эманации, божественной энергии, искры святости. Они упали, и наша задача – извлекать их из этого мира. Вообще, все в этом мире – это и есть Всевышний. Оно не может иметь самостоятельного существования. Поэтому каждый элемент этого мира несет в себе крупицу божественной сущности. Питание – это не только наполнение организма белками, жирами, углеводами. Да, это необходимо для тела. Но помимо этого, из каждого продукта питания мы извлекаем вот ту самую искру святости, которая его и делает существующим. И в этом мире каждый предмет имеет свой корень. Помните, мы говорили о мирах и о клипот. Говорили о святости и противоположной стороне. В этом мире каждый предмет связан с каким-то энергетическим уровнем. Так вот, кашрут – это та система, которая определяет, с чем она показывает, как бы не определяет, а показывает, выявляет нам, с каким энергетическим источником связан тот или иной продукт. Возможно ли извлечение из этого продукта, кроме белков, жиров и углеводов, возможно ли извлечь из него ту крупицу святости, или та сила божественная, которая нам дана, будет потрачена впустую? Может быть, тело и окрепнет, но душа ослабеет. Как понять, что можно, а что нельзя? Как понять, что пригодно или непригодно? Для этого нужно как бы более подробно изучить систему кашрута. В общем, на сегодняшней встрече я хотел бы просто обозначить этот параметр. А на следующей нашей встрече мы поговорим об этом чуть более подробно. Спасибо, до свидания, до следующих встреч. Момент мудрости с Коль Эль Тора.
Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.